Не думала, что будет так сложно открыть счет в банке в Испании. Я знаю, что в Финляндии достаточно сложно для иностранца, но, по крайней мере, лет 10 назад это было достаточно сложно. Но в Испании оказались еще свои нюансы, и, как выяснилось, тут зависит тоже, где ты родился, какая у тебя национальность, и от этого зависит, какой, в какой банк ты можешь подавать, а в какой нет. Я еще совсем недавно переехала из Финляндии в Испанию, и сейчас оформляю много всяких документов. И если тема переезда для вас актуальна сейчас, или интересно, как это происходит именно в Испании, то подписывайтесь на мой канал. По приезду в Испанию одной из первых вещей, которые у меня было в списке дел, это открыть мобильную связь и открыть счет в банке. Ну, скажем так, с мобильной связью я справилась очень быстро за пару дней, а вот со счетом в банке оказалось все намного сложнее. За последние полгода, что я изучала Испании, очень много пересмотрела видео, особенно на канале Алегрия. И как раз-таки этой осенью у них вышло видео о банках и о всяких нюансах в зависимости, из какой страны ты. Это видео мне достаточно помогло, и я смогла определиться, в какие банки мне вообще стоит идти, а в какие даже и нет смысла пробовать. Как выяснилось, несмотря на то, что у меня есть финский паспорт, я абсолютно в любом банке открывать счет не смогла. Именно из-за того, что я родилась в России. Так что из всех возможных банков у меня оставался только один, и это BBVA, который, кстати, тоже можно открыть онлайн, но оказалось все-таки немного посложнее. Пока я разбиралась, как же мне все-таки там открыть счет, я в том же самом видео Алегрия увидела, что есть еще такой банк, как N26, и там у меня получилось открыть счет за один день. Но для этого нужен был испанский номер телефона, не номер иностранца и финский паспорт. И все можно было сделать онлайн, что очень удобно. С обычным банком, то есть BBVA, пришлось немножко помучиться, хотя его тоже я открыла онлайн. Для этого мне также понадобился мобильный номер телефона, не номер иностранца, и уже не помню, нужен ли мне был паспорт. Счет я смогла открыть, но активировать нет. Для этого нужно было появиться в банке. А для того, чтобы появиться в банке, нужно было заказать время. Чтобы заказать время... Короче, на это у меня столько много времени ушло, пока я вообще смогла дойти до этого банка. На канале Алегрия также говорили, что в этом банке обязательно нужно будет брать страховку. И это меня тоже немного напрягало, потому что никакую страховку я брать не хотела, и платить за это тоже не было особо желания. Но у меня получилось открыть все-таки счет, и ни за какую страховку я не плачу. Дозвониться до них я так и не смогла, чтобы записаться на встречу с банком. Так что, что я сделала, это я просто пришла с утра и стояла в очереди, но... В принципе, это было бессмысленно, потому что того человека, который мог тогда мне помочь, не было. Поэтому я пошла к кассиру. На мое удивление, кассир взяла все мои документы. То есть, помимо того, что у меня был номер иностранца, у меня еще надо было показать паспорт и рабочий контракт. Рабочего контракта у меня на тот момент не было, но была бумага, которая показывала, что меня берут на работу. Она все эти документы взяла, скопировала, добавила в систему и сказала, что когда человек, который это проверяет, посмотрит, если все в порядке, то тебе активируют счет. Я думаю, пару недель так точно прошло, когда я наконец получила сообщение, что чтобы активировать счет, мне нужно появиться в банке. И еще один нюанс, как оказалось, что у меня карточки иностранца еще не было. То есть у меня был номер иностранца на А4 бумаге. А для банка нужно было показать именно
карточку иностранца. То есть, когда ты подаешь на резиденцию, тебе выдают такую сине-зеленую карточку. И вот ее нужно было показать в банке. И когда я пришла в банк, я показала эту карточку, мне сразу же активировали, и я смогла начать пользоваться счетом. Ни в какой момент мне никакой страховки не предлагали, так что все вышло достаточно хорошо. То есть, получается, за месяц открыла и активировала счет, и без всякой страховки. Так что теперь еще один пунктик из моего списка можно вычеркнуть. А вот следующий пункт достаточно сложный. Это найти квартиру. С этим до сих пор еще ничего не продвинулось и достаточно сложно найти квартиру. Но это тема уже другого видео, так что подписывайтесь и не пропускайте. До скорого!